Освобожденный от международных санкций Иран намерен наверстать упущенное. И в первую очередь власти этой персидской страны решили взяться за укрепление торгово-экономических связей с ближайшими соседями в регионе. Посол Исламской Республики заявил о планах по увеличению товарооборота с Турцией до 30, а после и до 50 миллиардов долларов. Иран – крупный торговый партнер Турции в регионе. Эта персидская страна даже вошла в десятку стран с наибольшим объемом импорта турецких товаров. Объем товарооборота между странами в прошлом году приблизился к 14 миллиардам долларов. Вне зависимости от международных ограничений, Турция – постоянный потребитель иранской нефти и газа. После снятия санкций горизонт двустороннего сотрудничества только расширится, говорят эксперты. Торговый оборот между нашими странами планируем довести с 23 до 30 миллиардов долларов. Можно сказать, что наш потенциал позволяет поднять данный показатель до 50 миллиардов. Учитывая, что углубление деловых связей выгодно обеим сторонам, очень важно развивать сотрудничество не только в сфере энергетики, но и в сельскохозяйственной, финансовой отраслях и сфере туризма. С каждым годом в Иране растет число компаний с участием турецкого капитала. Только в Тегеране работает порядка 100 предприятий. В свободной экономической зоне Тербиз реализуется около 40 инвестиционных проектов. Снятие санкций с Ирана откроет дорогу для притока иностранного капитала. Уже сейчас турецкие предприниматели стремятся в числе первых войти и обосноваться на иранском рынке. Мы много лет ведем торговлю с Ираном. Он один из главных потребителей нашей бытовой техники. Во время международных санкций тяжелее всего было заниматься проведением финансовых операций. Сейчас все стало значительно легче. Тем не менее, снятие санкций откроет путь и для других компаний, что приведет к усилению конкуренции. Поэтому мы стараемся оценить все риски заранее. Между тем, политическая позиция двух стран может стать препятствием развития деловых отношений. Таково мнение эксперта Центра стратегических исследований Мурата Бильхана. Во взаимоотношениях двух стран на Ближнем Востоке больше политической борьбы, чем экономической конкуренции, говорит он. Иран наш сосед на протяжении тысяч лет, поэтому мы вынуждены устанавливать с ним стабильные связи. Да, между нами есть политические расхождения. К примеру, у нас противоречия в позициях по сирийскому вопросу. Все это может заметно охладить сотрудничество. Многолетние санкции, наложенные на Иран, препятствовали установлению партнерских отношений с соседними странами. После их снятия Иран первым делом приступил к активному установлению связи с государствами региона. И углубление партнерства с Турцией для Ирана стало первым шагом в этом направлении. Арман Ижанов, Ержан Женюс, Садат Денли, Турция.